телеграм-канал, там есть все песни из этого топа. И мой телеграм-канал. Подождите. Ну, приятного просмотра. Спасибо. И это набирает популярность, серьезно. Ну такое. Бля, они все одинаковые, я хуй пойму. Как будто одна песня, один трек продолжает другой трек. Рекорд, спасибо. Блин. 13 миллионов, похуеть. А у них у всех, что ли, 13 миллионов прослушиваний? Кто-то вот в чате фонк реально слушает. Ага, понял. Не, ну у меня тоже несколько там треков есть в плейлисте. Ну зачем хуйня какая-то, нет? Это ж пиздец. Дед ёбаный, я у двери стою, в телеграм тебе, блядь, 30 минут пишу, сука. Пойди и открой мне дверь, заебал, блядь, дебил, нахуй. Чего, блядь? Иди гуляй, нахуй. Самый жесткий это бразильский фонк, если я не ошибаюсь. Ага, пошел телеграм проверять. Какой телеграм? Я сижу видео смотрю, дыбил. Сака-сака. Во-во-во, вот этот вот. Какую дверь, блядь, господи? Нахуй пошли! Это, блядь, двери нахуй придумали школьники. Вот пизда. Вот это хуйня, я не знаю, слишком жесткий, голова болит. Ну, тоже слишком жесткая хуйня. Генши.
Да вы чё, ебанулись? Какой смысл вообще? Да-да, доброе утро. Бля, это баянчик вообще жесткий. Это фон? Ну, трек классный на самом деле, да. Но я и не думал, что это фон. Блять, мексиканский фонг, но при этом ладно. Добрый вечер. Посмотри, плиз, мой шорт со стрима. Запреток нет. Тебе зачем? Не сложно, а мне приятно. Анкл, спасибо, но не, боюсь. Что-то я должен усмотреть. Спасибо за 120 рублей. Чё, блядь? Ёбаное аниме. О, блядь, вот это настоящий бразильский фон. А чё за... Не, что-то не очень. Бразильский слишком жесткий. Но под такие треки, под бразильские, знаете, удобно качаться, короче. Типа в зал пришел, да, взял железо, такой типа... Ебать чугун, короче, как говорится. Ебать чугун. Ну и чё это? Хуйня какая-то. I don't need a license, literally I'm a villain, just fine with my senses. I can never be
кто? Короче, я так понимаю, что 90% всего фонка, который существует, это Россия, Украина и страны СНГ, короче. И Бразилия. Ну и то я тут некоторые смотрю, типа, бразильский фонк, а автор, блядь, из России. А? А, окей. Ой, бля, я ада. Согласен, ты никому ничего не должен. Я так и не говорил. Хорошего стрима тебе. Спасибо тебе, Анкл, большое, спасибо. Чё, блядь? Чел записал трек в жанре фонк голосом этого, блядь, из Майнкрафта, житель, который... Реально один трек продолжает другой. Точнее, следующий. Я себе 33 миллиона. Ебалулись, блядь, зачем? Просто как кому? Для каких целей это надо? Пиздец. Бля. Блядь. Американский психопат. Блять, надо будет посмотреть этот фильм. А то так много мемов, всякой херни, а что-то его никто не смотрит. Так надо бы исправить это. Ра. В смысле, только не на Твиче. А что, он какой-то жесткий? Он жесткий? Да ладно.
Он скучный очень, да ладно. Но при этом, блядь, мемов до пизды. Как такой фильм может быть скучным? Уже благодаря актеру. Он не должен быть скучным. А, осуждаю, кто, блядь? Сука, пассив 120, дебил. Заканчивай давай с хуйней, блядь. А, там есть голые. Ну и что, блядь, есть цензура для этого. Цензура, цензура, слышали что-нибудь? Пиздец, переехал в Америку, не глянет этот фильм. К 100 гг в этом фильме на тебя похож. Спугяли он на меня похож. Он просто не такой охуенный, как про него думают за количество мемов. А, да? Бля, ну обидно. Ебать. Жестко. У меня тот трек в плейлисте был. И есть. Вот так титанов, да? То же самое, как и Бойцовский клуб. Мемов много, а сам фильм скучный. Что, дебил, блядь, что ли, нахуй? Окей, то, значит, надо смотреть «Американский психопат». Потому что «Бойцовский клуб» — охуенный фильм, чел. Походу, это у вас что-то зумеры ебаные не так, блядь. Привыкли всякую хуйню смотреть. «Марвел», блядь. «Бойцовский клуб» — плохой фильм? Ты охуел. Очень громко. Ну а еще, чтобы подогреть твой интерес, посыл в фильме очень левый и феминистический. Блять. Ха, а ну так, окей. Странно, удивительно. Он рофлит? А, да. А, рофлит. А, то есть там наоборот, да? В основном те треки, которые большинство из вас уже слышали, хоть раз, да точно. Да, да, да. Бейс. Да, 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 это... Это все слышали. А это что за хуйня? Не, ну это... Ну да, тут уже знакомые треки идут, там популярные реально. Ну это хуйня какая-то. Ха-ха-ха.
просто мем даже больше, нежели чем сам трек. Блядь. Ты дурак? Флайсен, сука, ёбаный. Я думал, ты в видосе, блядь, такая херня. Не, я не испугался, я просто думал, это в треке такая хрень. Я еще удивился, ну чё, блядь. Какой-то глюк у Патрика случился, может, он там не заметил. Пёрнул, блядь, попал в видос. О-о-о! Давай, давай. Ну, нормально, да. Ну, хуйня. Ну да, прикольный трек. Хуйня какая-то. Ну, не знаю. А, ну это, блядь, классика. Обязательно, блядь, сейчас подпишись на мой канал, так ты не пропустишь, честно, новые подборки по фонку. Топ? Скорее всего, я... Хуйня. И не потому, что плохие... треки. Нормальные треки, фонг, в принципе, ок. Но сама подборка, вот эти вот видео по фонгу, это какая-то, ну, неинтересная хуйня. То есть, прикольно, когда разные треки, когда разные жанры, попса, рэп, там, не знаю, топ 100, блядь, СНГ, там, я не знаю. А когда просто топ 200 фонг, ты слушаешь, сидишь просто одни и те же песни, по сути, которые похожи друг на друга, это неинтересно. То есть, если в следующий раз, например, выйдет еще раз какой-нибудь топ фонг, я это смотреть не буду. Вот. Такие дела. Рецепт хорошего фонка, аниме вставки, немного токийского дрифта и трахать. А-а-а. У тебя просто нет машины, чтобы... ездить и слушать фонг. Блять. Слушай, под фонг можно не только на машине ездить. Я тебе говорю про то, что сам по себе топ неинтересный. Треки норм, но топ однообразный. И он уже был. По сути, мы сейчас посмотрели то же самое, что уже было. Зачем? Ну реально неинтересный.